Трое жителей Вишкаимского района пострадали от пожара. Трагедия произошла 14 августа. Три дома сгорели дотла. К счастью, обошлось без жертв. С погорельцами встретился Алексей Русских. Глава региона пообещал помочь материально. По 600 тысяч мы планируем. Да. Вот. И обеспечим тогда жилье. Ну, обустроитесь уж сами. Главное, чтобы крыша была над головой. Вот и крыша. Вот, всю необходимую помощь глава вам тут окажет. Да. В плане консультации и подбора квартир. Да. Известны имена пострадавших жителей Вишкаймы. Это одинокая пенсионерка Людмила Лазарева, инвалид второй группы Хафиз Али Акбяров и Валентин Гуряев. Валентин Викторович уже присмотрел себе новый дом. Главное – успеть заселиться до холодов. Какое-то жилье приобрести, домик на эту сумму. Это будут под... Вернее, ну, я так нашел, уже более-менее подходящее. Конечно, там и делов много еще, но что-то, хотя бы что-то. Скоро зима. Социальная защита также разрабатывает меры поддержки для погорельцев. Дело в том, что у людей сгорели не только дома, но и документы. Сейчас самый главный вопрос – это жилье. Потому что на сегодняшний день кто-то живет у знакомых, кто-то живет в недостроенных домах у родственников. Это, конечно, не проблема, которую надо решать. На данный момент у жителей Вишкаймы уже восстановлены паспорта. Теперь они смогут оформить заявку на оказание адресной помощи. У огнеборцев из района тоже прибавилось хлопот. Причину пожара еще предстоит выяснить. Виктория Чиркова, Улправда ТВ.